Вот уже второй год подряд в городе проходит фестиваль искусств «Танысу Алматы». В мероприятии принимают участие музыкальные коллективы и сольные артисты. Проект организован при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и правительства Республики Сан-Марино. Главная цель – продемонстрировать достижения исполнителей в разных областях культуры, а также глубже познакомить иностранных гостей с историей и традициями казахского народа. В общем, в этом году записалось около 700 участников в разных номинациях и разных возрастных категориях. Самому младшему участнику 3 года и самому пожилому участнику 86 лет. Нам нравится очень, когда на одной сцене встречаются разные религии, разные менталитеты, разные культуры, разные возраста. Это великолепно, потому что мы разговариваем на универсальном языке, языке культуры и искусства. Отметим, данный конкурс имеет квалификационный, а не соревновательный принцип оценки. В качестве жюри приглашены выдающиеся деятели искусства из Италии. Работы участников судятся по европейским стандартам. Самые лучшие коллективы, которые будут отобраны, мы узнаем результаты в воскресенье на гала-концерте, здесь, на закрытии фестиваля, самые лучшие, самые яркие коллективы, они поедут в Сан-Марино в декабре и примут участие в праздничном концерте, посвященном Дню независимости Казахстана, 16 декабря, в присутствии всего дипломатического корпуса Казахстана на территории Италии, правительства Республики Сан-Марино и самого почетного консула. Поэтому, конечно, денежные премии наши мероприятия не предусматривают принципиально, но мы делаем вот такие подарки. Мы даем возможность талантливым казахским артистам, какого бы возраста они ни были, показать и познакомиться со своим искусством европейского зрителя и почетно выступить на таком концерте, на котором собирается огромное общество и огромное количество людей. Завершили первый день фестиваля своими выступлениями молодые танцевальные коллективы Алматы и других городов Казахстана. Для всех конкурсантов подготовили тренинги и мастер-классы от выдающихся зарубежных композиторов и музыкантов. Для каждого участника это уникальная возможность заявить о себе и продемонстрировать свой талант.